Ребят, всем привет! Мы в Карпатах, вот в таком чане. Это что-то невероятное. Он нагревается на дровах, на карпатской природной воде, вот с такими елками, запах просто обалденный, температура градусов 65 пока, но оно уже нагревается. Вот. В общем, получаем удовольствие. Это действительно здорово. Чан рекомендуем всем. Идет прям пар. Ух ты. А сзади нас горы. А сзади нас Карпаты. Осень в Карпатах. Это здорово. Чан. Это здорово.